То, что разговаривает только капитан, это лучшее правило, которое я придумывал в своей жизни. Так. А кто в первый раз на стриме, посмотрите, какой я красивый. Это я. Видите, у меня нога из жопы Кракена достата. Он даже глаз Кракена. Так. Вот он фанфурик. Ну, фанфурик, ну, просто тут как бы... Не обращайте внимания. Подожди. А ну-ка, покажи. А. Так, ну давайте посмотрим, как выглядит Катавасик. Так, давайте... Слушай, ты даже без подзорной трубы весь обзор загораживаешь. Отойди, пожалуйста. Спасибо. Они у меня ставлю. Да. Ну, я, конечно, все мог представить, но вот этого я не мог представить. Катавасик, а почему ты за девушку играешь? Я везде за девушку играю. Но обычно за девушек надо играть, когда у тебя игра от третьего лица. Кстати, плюс. Что ты мне тут покрасил мою черемшу, я капитан! Так, свой фанфурик, за борт его нахер! Что ты сделал с моей черемшой прекрасной, опозорил ее этими цветами, предлагаю, блин? Предлагаю в карцер за такое. Давай! В карцере будешь теперь блин, жить. Опять тюрьма. Вот, великая черемша должна выглядеть только так. Ну, Катавасик, ты кто по роли вообще? По масти. Я по масти ПВП. В смысле, ты из пушек стреляешь или рулишь? Я прикольно рулю. Я рулю хорошо. Так. В особенности я умею хорошо тормозить. Угу. Я могу припарковаться, вот прям как мы сейчас. Так, ладно, тогда давай-ка выпустим его и сейчас соберем ядра со всей. Между прочим, по пиратскому уставу даже новичок имеет право себя вот это проявить, даже вот тут вот написано. Слушай, по нашему уставу новичок имеет право отсосать. Ты этот. Давай. Червей не ел, жизни не видел. Червей ешь? Дай. Сейчас найду. Бочки там лежат у нас. Я думал... А, ты в штанах у себя его ищешь, что ли? Червяка. Дэйм, са. То, что уже потихоньку поднимать. Я уже поднял. Задний поднят? Да. Да. Ну что, ныряем. Вот а, там... подожди, подожди, а хук сработает? Нет. Сработает. Просто поверните немного левее просто. А. Не, не достает. Нет, все. Могу чуток газануть. Ну. Газануть. Нормально. Ну, газани. Сейчас чуть-чуть газану. Череп. Уже есть? Да. Так, все, я сейчас нормально. Я сейчас добуду самый лучший лут в мире. Какой-то корабль наполовину затонувший. Ядра возьмите. На нижнем этаже миллион жратвы. Ядра возьмите. Друг. Ничего себе ты. Угу.
Вот это хукай. На версии 1.13 ферму жителей и ферму железа нужно было строить на определенном расстоянии от друг друга, чтобы они работали. Но на версии 1.14 тоже мой женский персонаж определенное расстояние. Или нет? Все трапы обладают мужским голосом. Забирай. По такому принципу все спавнится. Череп. Больше, чем кракен. Больше, чем череп. Больше, чем кракен. Больше, чем череп. Больше, чем кракен. Больше, чем скелетская армада. Вот этот корабль в воздухе. Больше, чем кракен. Больше, чем опять все сначала. Да, я понял. Так, и что нам удалось добыть? Подождите. Череп и где? Где лут? Снизу вот у карты. У карты справа. А где череп? Наверху я ложил. А. Подожди, где? Какой? А это можно вопрос? А как вы сделали синий свет вот у фонаря вот? А, так это я в магическом магазинчике покупал. А, да? Да. Прошу прощения, могу вот это. Умник, не лезь! Ага. Тут птички летают, это всегда практически значит, что тут что-то есть. Как я и сказал, команда, я лучший капитан, который только мог у вас быть. Посмотрите, это что? Обожженный дорогой сундук с драгоценностями! Очень дорогой, 1000 за 2! Ничего себе, это реально крутой сундук. Блять, все воруют из-под ног. Так, красиво. Сундук, я довольно рад, что мы нашли. Ну и все, почти тут больше ничего нету. Ооо! Ядра магические нашел. Пацантре, у меня ядра магические. А как их лутануть? У меня ядра магические. Ну все, пойдемте. Итак, нам надо убить здесь какого-то короля, короля скелетов. Опа! Пацантре, смотрите, а нам что-то ну так везет. Нам везет жестко. Так, пацантре, сейчас, подождите, выложим вот здесь его. Пусть вот тут, короче, лежит. Вот тут вот. Можно найти на кораблях. Внимание, заметьте, 42 ядра бесплатно, блядь. Пацаны, я не знаю, что-то сегодня везение максимального левела у нас. Ой, а Сонечка спит, а я думаю, что она спрашивала, почему я ору. Так. Внимание, я сегодня, значит, данный хряк будет назван именем топ-донатера сегодняшнего. Сегодняшний топ-донатер... Секунду. Сегодняшний топ-донатер на данный момент зовут данную свинью Бобер. Но... Можно еще все изменить. Все, спасибо. Я люблю бобров. Так, это бобер теперь. Здесь скелеты ночные. В смысле? Посвети? Это те, которые нам нужны. Килл его, килл. Килл. Пока ночь не наступила. Уже все. На, дебил. Все. Где еще ночные? Вот здесь вот где-то должны быть. Вот они все. Давай. Ой, блядь, беги! Тихо. Ждем. Не говорят, пука. А, бобер. Все-таки бобер зовут свинью. Я трачу и не плачу. Он мертв или нет? Ловлю донаты. Бомбичника я убил, остальных-то нет. Какой опа ему? Ура! Мы победили. Это было легко, там. Не всегда не под... Вот, смотри, мы я будем плыть. Мы будем плыть, он будет подсказывать дорогу. Верни бобра! Фу, да не так, чтоб он дорогу подсказывал. А посади его на штурвал, чтобы он вместе за штурвалом. Вот. И что? Если не Майнкрафт. Верни назад! Вот, прекрасно.
Он будет подсказывать дорогу. Предлагаю змею поймать. О, и тоже сюда. Он такой миленький. Ага, пятаков своей дочери. Капец. Зубы как у человека. Это альтер-эго Кирилла. Он, кстати, на меня в жизни похож. Да реально. О. Слушайте, у него глаза как в разные стороны. Он овечка, да. Кушац. Ну все, 50. Сколько волн? Ай! А в меня это? Кто? От 8 до 20. Стрельнул кто-то. Прям в меня. А, ядром? Нет, по-моему. Молния, 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 молния. А, да, важно. Может быть молния. Первый. Если умрете от молнии, с парома не выходите, белый фонарик добудем. Круто. Так, если что, нам надо еще заботиться о том, что сюда корабль в любой момент может подплыть. Катавасик, ты видишь, где противники? А, я вижу. Блять, синие банданы, бля. А блять, умираю, все, я смерть. Так, а какая разница, какие банданы, я, может, не попробую. Те, которые в гамбанданах, они типа более профессиональные бойцы. Я капитан, я должен это сделать. Тьфу. Ну, давай. Какие идут вообще, какого... Обычные вроде. Ему ну два ядра хватает. Ему два ядра хватает. Или один выстрел из дробовика и одно ядро. Да тупая скала. На, тупой скелет! Долго я шел к этому! Не для того, чтобы ты мне преградил путь! Дурачок в женской нет. Юбке, лох, сука! А я тут? Да, наверное. А, все, лайк, господа, кто за хук становится? Или сначала вытаскиваем, потом за хук? Чёрнее. А у меня что-то зависло. Фанфурик, умри, пожалуйста. Нет, я в любом случае, если вылечу, то даю на 2 минуты, в этот раз вылечу, да? А, я вылечу. Так, самую дорогую бочку берем, все остальные не берем, да? Да. Так взорви тогда все остальные там. Так, а может все возьмем? Так за ним по 100 рублей стоит. Давай возьмем обычные, но продавать не будем на ПВП. Очень опасно с собой брать. А их же так, много. Сундук из цитадели и череп берем, и все. В смысле? В смысле? Остальное самое дешевое. И че? Ну ладно, хочешь, бери. Все берем, конечно, там на 1015 выйдет. Че, таскай, я, короче, уже купать буду. Там немного осталось. А хук не дотягивается. А, надо повернуть. Да сейчас я гарпуном подвинулся, все. Мы все притащили? Нет, там еще маленькие шмакозявки остались. Сейчас. Побёр сдох, пацаны. В смысле, а бобёр вообще? Бобёр сдох. Я и видел что, его... Даже эксперимент не проведём? Бобёр сдох. Всё? Больше ничего нет? 67 тысяч. Мы в два раза больше. Мы 1030 подняли сегодня. Угу. Да, 30 тысяч. Так. Хотя съездили только на этот начале.